Всем привет! Продолжаем бродить по мифам, образам античной мифологии. Сегодня я хочу вам вкратце рассказать о Селене. Селен – это лесной демон, воспитатель и спутник Диониса. В поздних мифах Селен считался отцом многочисленных селенов, сатиров. Изображался безобразным стариком, толстым и лысым, с чашей в руке, ну иногда с бурдюком вина. Он был всегда вечно пьяный, веселый, но мог предсказывать будущее. Одновременно хочу вам сказать о Селене Марсии. Марсий, один из селенов, дерзнул соперничать в музыке с богом Аполлоном. Наивный парень. Судьями была Афина и царь Мидас. Все присутствовавшие признали победителем Аполлона, и лишь один Мидас предпочел игру Марсия. За это Аполлон наказал и Марсия, и Мидаса. Селена была содрана кожа, а у царя выросли ослиные уши. Так вот, с тех пор Мидас стал носить высокий колпак. И о длинных ушах царя знал только его бродобрей, которым под страхом смерти запретили рассказывать об этом. Ну, естественно, бродобрей обладал такой тайной и решил поделиться с ней. Пошел на берег моря, вырыл яму и поведал земле, что у Мидаса ослиные уши. Сразу выросли тростинки. И своим шепотом открыли всему свету тайну царя Мидаса, царя со ослиными ушами. Хочу вас познакомить с некоторыми картинами, изображениями, скульптурами, которые я нашел в интернете касаемо Селена. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Tiro